как минимум неделя потребуется для того, чтобы нормализовать ситуацию с задержками рейсов авиакомпании «Bulgaria Air» и отправить всех российских туристов. Об этом рассказали в нашем консульстве в Варне. Проблемы с вылетами появились еще в минувшую пятницу. Заложниками ситуации стали сотни человек. Некоторым ждать посадки приходилось по несколько суток. Туристы жаловались, не было ни положенного питания, ни четкой информации. Официальные разъяснения о причинах коллапса на сайте «Bulgaria Air» появились только накануне. В авиакомпании списали все на плохие метеоусловия в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня к утру удалось отправить более 200 туристов, ожидавших вылета со вчерашнего дня. Но так как все рейсы задерживаются по цепочке, возможности отправиться домой на данный момент ждут еще больше 100 человек. По состоянию на 8 утра все хвосты по обязательству «Bulgaria Air» выполнила, улетели все пассажиры. Но уже пошла задержка по 619-му на Питер рейсу, который должен был вылететь в 3:40. Прогнозируется продолжение такой ситуации, я думаю, недели минимум.